Сегодня предприниматели говорят о перенасыщенности рынка, о том, что из-за обилия выбора старые методы привлечения покупателей перестают работать и уходят в прошлое. На смену им приходят новые рекламные методы и способы. Об этом говорили на первом региональном бизнес-форуме предпринимателей в Якутии. Подробнее в материале Юрия Осипова. Перенасыщенность рынка ведет к конкуренции. В пример можно привести столицу республики. Сегодня магазины открываются буквально на каждом углу с завидной скоростью. Если бы в нашем городе Якутске был бы один торговый центр, он был бы намного успешнее. А сейчас получается у нас рядом стоят 7 торговых центров. Соответственно, все магазины делят всех своих клиентов. Соответственно, выигрывают только те компании, которые имеют определенные какие-то фишки, которые имеют конкурентоспособность. Это могут быть самые разнообразные фишки, начиная от необычной рекламы и заканчивая разнообразными акциями. Предприниматели говорят, что в нынешней реальности меняются приоритеты клиентов. Сегодня людям нравится получать не просто продукт, не просто купить продукт, а также получить еще и сервис. И встал очень большой вопрос, как это сделать, как этого добиться. Поскольку старые методы рекламы, они сегодня работают, но очень-очень малоэффективно. Они позволяют либо просто быть на виду, либо просто являются белым шоу, потому что сегодня очень много каких-то информационных потоков спускается на каждого человека ежедневно. Из-за этого перед бизнесменами стоит извечная проблема – как привлечь клиента. И ее, по мнению предпринимателей, можно решить с помощью IT-технологий. IT-технологии – это будущее для бизнеса, да, потому что уже старомодная, традиционная, скажем, реклама уже не работает. Здесь уже конкретно люди уже привыкли именно пользоваться только телефонами, мобильными приложениями, да. Бизнес-форум стал площадкой, на которой более опытные предприниматели делятся своим опытом с более молодыми коллегами. В условиях, скажем так, кризиса, да, есть потребность у предпринимателей сократить рекламные расходы. Да, может быть, сократить какие-то другие расходы, да, то есть сделать свой бюджет более эффективным. Сегодня внедрение IT-технологий во всех сферах жизни – существующая реальность. Но технологии позволяют не только облегчить общение между клиентами и предпринимателями. Благодаря им создаются устойчивые связи, которые помогают людям совершать ежедневный выбор. Юрий Осипов, Андрей Осикритов, НВК Саха, Якутск.